Я очень далек от криптовалют, биткоинов, блокчейн, технологий децентрализации. Для меня это как интернет 2000-е года. Но за последний год я за эти биткоины столько наслышался новостей, что непременно стало интересно. Все знают, что стоимость биткоина то растет на несколько тысяч долларов в день, то падает, и кто-то да и зарабатывает на этом неплохие деньги. Если вы не хотите во всем разбираться, в принципе, как и я, то могу вам порекомендовать команду Start.com. Она позволяет зарабатывать на современных технологиях, не переводя деньги в саму криптовалюту. Вся подробная информация на сайте, ссылочку я оставил в описании. Ну чё, гусь? Доброго вечера. Нахуй депрессию, только Алпрозолам спасет тебя от этого. Нахуй, пацаны, не курите шмарь, вы загоняете себя в бетонную коробку, из которой невозможно выбраться. Спасибо, парни. Fuck depression, fuck anxiety. Duke Sanax. Use this shit every day. Целовал, конечно, братан. Через пакет. Потому что у меня герпес был. Нету номера Лаки. А я сейчас зайду, в контакт, конечно, добавлю. Да он в Телеграме есть уже давно, как мы с ним общаемся там. Я ему пипишку показываю, как я писаю. Богдан спасет твою жизнь, изменит твою лучшую сторону. Делаю выводы, употребляю Xanax, мой Инстаграм за неделю вырос на 7000 почти. Вот так вот, ну пишу мне, на 5,5. Да, на 5,5. За неделю. Вот, спасибо, спасибо Алпрозоламу. Батан, завтра будут мерить грилзы, тратить деньги, покупать шмотки дорогие. Пойду в ресторан. И съем немножко Алпрозолама. А на выбор будут ходить. Дурачки. Kill Bill Gang, fuck the cash 69. Kill Bill Gang. You как люканг, курю как люканг, ебу как люканг, я как люканг. Навальный пидор, пацаны. Я лечусь на лекарствах сейчас, да. Поэтому я отдыхаю после тяжелого рабочего дня. Гандошные вы, я лечусь. Слышишь сразу. Путин заебись. Мне он ничего плохого не сделал.
Благодаря закону, который есть сейчас, я могу заниматься тем, чем занимаюсь, и иметь от этого деньги на жизнь. А Белоруссия такое не разрешают. Поэтому респект Владимиру Владимировичу, а что он там ворует, мне похуй. Дайте мне что спиздить, и я вынесу все, что можно нахуй. Даже паркет сниму, линолеум нахуй, скатаю и увезу, если надо. Будет, так что, блядь, все мы воры. Не пиздите, вас то поставить, вы вообще бы нахуй жопу продали бы, сразу. Сами заболели, блядь, инвалиды, да пизды вообще. Просто нужно знать лазейки. И все будет четко. Лижи, охуенный пацан. Рэп я его не особо люблю. Один трек только. Я проснулся утром и случайно трахнул Запад. Но пацан охуенный. Мне понравилось с ним общаться. Очень дружелюбный, позитивный человек. Я люблю таких людей. Не знаю, это, конечно, может, первое впечатление, но вот первое впечатление такое. Сам ты хуйло, блядь. Девушка идет, хули. Причина, как это Фукси вопрос задайте, она монтирует уже там год мой клип. Хотя Антоном уже сделала. Да бомж ебаный. Если для тебя это много. В интернете посмотри, сколько стоят эти шапки. У нас скидки 50% для вас, бля, придурков, бичев. Ботания от река, я на река. Поесть себе покупаю, на 20 минут покушать. Это, говоришь, шапка Рафлорн, родная, с офсайта, сделанная в Америке. Это река, это дорого. Да пошел ты нахуй, ходи в своем, блядь, демиксе, блядь. Ебаном, блядь. Работай охранником на вахте, две недели тут, две недели там. Ну, вообще похуй на тебя. Охуел, не охуел, ты охуел. Не позорься лучше, не пиши такую хуйню, ёпта. Не буду тебя считать, бля, бомжом ебаным. Самый охуенный педаль, не знаю, мне нравится Диодор очень. Он взял за 3 тонны, то взял. Пацаны, я раньше джинсы с тоннелем за 2200-2300 покупал в Лиформе на 70% скидках. Когда вы еще, блядь, не знали, что это такое, блядь. Хуй мне это рассказывайте про цены, блядь. Кожуалы, ёпты. У вас еще хуй не оперился, ёпты, когда у меня уже линзы были, ёпты. А теперь мне, блядь, такие, как вы, блядь, впадло одеть даже, ёпты. Пидорасы. Есть руками обязан мужчина, чтобы нахуй не были морщины. Знаешь такую старую русскую поговорку? Дед сказал. Мой. Сами вы охуели, как бичи себя ведете, блядь. Не нравится — мимо, иди нахуй. Это как ко всему относится. К шапкам, блядь, к трусам, нахуй. К фоткам, к эфирам. Не нравится — съебался своим нахуй негативом, к своим друзьям, гопам. Или мамаши своей негатируй. Живите позитивно, не будьте гандонами, блядь. Как упыри себя ведете, блядь, большинство, нахуй. А потом вы удивляетесь, почему вас пидорасами называют трансляции, блядь. Потому что ведете себя как пидорасы, блядь. У нас называют соответствующие. Свинище ты, ёпта.
пришла? Да, конечно. Спокойной ночи. Давай. Потише себе, дети, у меня вся семья спать ложится, пидоры. На шмот похуй, человеком можно быть, да, нужно быть. Но можно красиво одеваться, не помешает одному другому. Мой лексикон, да ты охуеешь с моего лексикона, если ты нормально буду разговаривать, ты не поймешь, что я говорю. Это я с вами так разговариваю, потому что вы по-другому не понимаете. Лексиконер хуев тут нашелся, ебать. Учитель русского, блядь. Ты что, прочел в последнее время, какую книгу читал, помнишь, ебать? Ты кроме комментариев в Инстаграме ничего не читаешь, ебать. Ольгу Бузову иди послушай, ебать. Мало половины, ебать. Придурки, блядь. Пацаны, вот тут столько вот дебилов, но, блядь, вот сижу здесь, честно говоря, вас мало хороших, но вот я ради вас сижу. Но дебилы порой поражают. Просто поражают. Главное, не рожайте их, дамы, любимые. Не рожайте таких дебилов, которые тут всякую хуйню пишут. Ну, блядь, деграданты, ёпта, умственно отсталые. Проще будьте, это будет вам пилюли нахуй. И бычьи яйца в кастрюле. Слушай, я самый сладенький мальчик в Южном округе, в Москве и Подмосковье. А через год я буду самым вкусным мужчиной Российской Федерации. Да я кладу, мне, братан, похуй, что думаешь, меня это задевает или обижает? Мне обидно просто, что такие дурачки, блядь, есть нахуй, вот и все. Не более того. Это мне обидно то, что их много, короче, понял? Вот. Вот я к чему, братишка. А не то, что там кто-то пишет, блядь, и... Короче, ты меня понял, бро. Это самое главное. Так, а у нас тут уже... А у нас пиздец. Что закончилось? Ну, оно и к лучшему. Бурбончика не хочешь? Бурбон. Батя сегодня заебался, парни, это говорит. О, бля, за хуй тебе, блин. О, бля. Посоветую купить тебе, братан. Я не знаю, что ты любишь, так что я тебе ничего не посоветую. Я по себе тоже знаю, братан, что все не питаются вообще по кайфу. Ну, некоторые пидоры, но это не мы с тобой точно. Рагу будет скоро, но сначала будет альбом с Лизером. Выступать буду с Лизером, я кто-то связал склад. И со Слимом альбом планируется, но и с Гуфом скоро. Финики, купи себе, братан. Сейчас буду
Спать пора. Завтра духовое дело. На следующей неделе еду к Файеру стату. Никитосу будем забиваться плотно. Ладно, парни, что-то с вами тяжко, короче. Целую всех крепко, всем доброй ночи. Hillbilly Gang. Помните, что Hillbilly Gang — это топ в России, топ в мире. Hillbilly Gang, fuck Tekashi 69, fuck fame, fuck cops. На связи, пацаны. See you soon. Не тереби писун.